Здравствуйте, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Дмитрий, и сегодня я вместе с вами вновь на просторах игры World of Warcraft посещаю поле боя. На повестке у нас Гюнас, и мы наконец-то играем против наших же. Так, ну я обратно с одним из подписчиков. Так, он, к сожалению, придется ему точнее отойти. То есть он уйдет, поэтому ливнет. Но это не смертельно. Я сейчас гляну, что у противоположной команды по химам. Пока что один, но команда, мягко говоря, зубодробительная. 2 ДК нечестивость плюс 2 мага лед, это капец. Хотя у нас есть грамотные ханты. Так, они, возможно, грамотные, по крайней мере, тот, что в стрельбе идет. А, кстати, я не посмотрел, сколько-то у нас хилов. Стихии, свет, 2 хила. Ну ладно. В принципе. Ну, ничего страшного, я тоже жил одно время в общаге, было весело. Хотя там, знаете, было поболее с интернетом. У меня так дома нету интернета, как был в общаге. Но было одно ограничение, он был очень-очень дорогой. Так, ладно. Сейчас по стандарту попытаюсь взять точку. Ну, точнее, повоевать за нее. Я не знаю, куда они пойдут. Так, сюда. Хорошо. Я до того отвык уже играть против своих же, что даже как-то не знаю, что делать. Ой. Ох, какой ты жирный и страшный. До свидания. А Юмика пришел. Ой, здравствуй, дружище мой. Тебе понравилось, я знаю. Я старался. А вы, видишь, меня знаете. Что же вы меня так не любите? Ироды. Я за это вас буду ненавидеть. Не вздумай нашего хила бить. Криворукий ДК. Ой, вар. Так. Стоп. Вок, там вок. А у него, в принципе, все хорошо. Так, я вот этого сниму. Вот так, нормально. Ребят, я все понимаю. Точку взять, это, конечно, из разряда. Слушай, Хант. Ты бесишь людей. Это раз. Во-вторых, я пошел к Вогу. По-моему, у него сейчас будут проблемы, да, судя. Посему ДК пришел. Да, я с парнем сходил на арену, просто он был не одет, и поэтому уж извините. Было сложно. Так, ну-ка, постой. Эх. Да слушайте, вы что, издеваетесь? Конечно, все понимаю. Так, никто вроде, да, не забирает точку, значит жить можно. Я чё по сторонам-то смотрю, дергаюсь иногда. Просто боюсь, что никто кроме меня не будет смотреть за точкой. А это всегда же печаль.
Ох, ё-моё, сейчас мы, скорее всего, потеряем. Да, так и есть, воду. В воде капец. Так, тут наверняка не играли. Оп. Так, 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 хил. К сожалению, я сбил. Так, народ, мне нужна мизерная поддержка, хотя бы. Окей. Так, ну вот. У них бы хоть кто-нибудь играл. Ну ладно, попытаюсь я вытянуть, конечно. Ну, не знаю, получится или нет. По ДД у нас все плачевно очень. Давай, давай, давай. Ну, второй рога, ты чё стоишь? Да играю в него. Шо ж вы такие? ДД слишком маленькая. Печально. Похоже, тут сольем. Этот трога. Ну давайте, помогайте в хило играть. Да, второго, как всегда, никто не контролит. Так, ну, я контролю второго, ладно. Ну, ладно, он играет в себя. То есть он только себя хилит, это меня устраивает.
Да играйте вы в хилов, ядрить вашу налево. Все на руду, не пойду я на руду, не удержатся они там. Просто руки и задницы надо вытащить и играть нормально, ребят. ДК, что был со мной в пати не одетый, и то более умно играл, чем они сейчас. Ладно, считается. Все. Так. Давай, чувачок, надо выдать хороший ДД. Пава. Ну, стараюсь, что есть силы играть. Ну, давайте, давайте, помогите мне. Все, молодцы. Дефайте, дефайте, народ. Видите сами, да, какая маленькая у наших. Это еще мягко говоря. Надо взять вот эту фиговину. Есть фигура. Чуть-чуть. Ах, блин. Печа. Чё вы в пристане играете? И треть вашу налево. Ага. Ну, поле боя такое, знаете, с огоньком, по крайней мере.
Ну, ты сейчас попадешь до этого. Так, ну Приста там... О, хила там нет. Что без вы? Чё за... Кто возьми, кто не возьми. Ну соберитесь вы куда-нибудь в одну точку, ладно. Отвлеките, что ли. Так, я надеюсь, он там один. О боже, рога. Ну давай, давай. Ты чё, совсем стоит? Ну ты, дюрики, дятел, извините меня за прямоту. Перепортанем, он вообще ничего не делает. Я-то бился в надежде, что он сейчас Ханта начнет контролить. Даже ослепление не сливал. Так уж вышло, что чувак вообще отстойный. За это, наверное, Рокки ненавидят. Нет, ну там мы все шансы имели, я бы их добил, если бы он контролил мага, и потом Ханта бы добил, если бы он не справился. А так получается, он тупо стоял и ничего не делал. А теперь все. Теперь жопа, извините за прямоту. И французский мой. Теперь отдыхайте здесь, товарищи, сами. Да уже все бесполезно, ребят. Тупо нападу на Приста. Он, конечно, хилит еще, но ничего поделать остается. Так, ну... Нет. Но хила я один слил. Была бы посильнее пати, ханты, мягко говоря, у нас полный отстой были. Слишком их было много, и все как на подбор. Ну ладно, не смертельно, не все время же мне побеждать. Благодарю вас всех за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Оставляйте свои комментарии, ставьте лайки, делитесь видео для того, чтобы помочь развитию канала. Да и, конечно же, до скорых встреч. Всем вам удачи.